Донецкая область, Никита Крапивин, Донецкая область. Вот так, вот, отлично. Вот так. Приготовиться к выходу на ринг седьмой паре боксеров Андрей Ефимович, Донецкая, Никита Крапивин, Донецкая область. А в этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Ярослав Морозов, Днепропетровская область. Смена судейской бригады. Судья в ринге. Судья национальной категории Роман Климчук, Днепропетровская область. Боковые судьи Павел Василенчук, Владимир Дзидзевич, Владислав Кашеев, Андрей Ситников, Александр Николенко. И в ринг приглашается седьмая пара боксеров весовой категории до 46 килограмм «Синий угол». Андрей Ефимович, кандидат мастера спорта, Донецкая область. Синий угол Никита Крапивин, кандидат мастера спорта, также Донецкая область. Приготовиться восьмой паре Али Дагли, Киев, Никита Динеев, Киевская область.
красном углу ринга отдыхает кандидат в мастера спорта Андрей Ефимович. Он представляет Донецкую область, город Солидар. Ему 16 лет, боксом занимается 6, провел 40 поединков, 35 одержал победу. Является финалистом чемпионата Украины. Кроме бокса увлекается теннисом, тренируется под руководством Георгия и Евгения Гангаловых. В синем углу ринга отдыхает кандидат в мастера спорта Никита Крапивин. Донецкая область, город Мариуполь. Он тренируется в спортивном обществе «Украина». Ему 14 лет. Боксом занимается 3 года, провел 43 поединка, в 31 одержал победу. Является бронзовым призером чемпионата Украины в городе Ужгород. Мечта Никиты – стать чемпионом мира. Кроме бокса, увлекается футболом. Тренируется под руководством тренеров Горбачева, Черенкова и Валерия Харченко.
А в этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер красного угла Андрей Ефимович, Донецкая область. Приготовиться к выходу на ринг восьмой паре Дагли Али, Динеев Никита. Смена судейской бригады. Судья в ринге Борис Искра, национальная категория, город Черкассы. Боковые судьи Павел Василинчук, Рамиль Сахабуддинов, Петро Мигуля, Приходько Валерий, Руслан Соколов. Судьям занят свои рабочие места. В ринг приглашается восьмая пара Дагли Али, красный угол, Киевская область, Никита Динеев, Киевская область, синий угол. В красном углу ринга отдыхает Дагли Али, боксер первого разряда. Он представляет Киевскую область, город Бровары. Тренируется в спортивном клубе Сергея Дзинзерука. Ему 14 лет. Боксом занимается 6. Провел 94 поединка, в 90 одержал победу. Является призером регионального первенства Украины в городе Бердичев. Спортивная цель Али – стать чемпионом мира. Тренируется под руководством тренера Сергея Буланова.
синем углу ринга отдыхает представитель города Киева, кандидат в мастера спорта Никита Динеев. Ему 15 лет, боксом занимается 6, провел 92 поединка, 80 одержал победу. Является участником чемпионата Украины. Спортивная цель – стать чемпионом Олимпийских игр. Тренируется под руководством Валерия Динеева и Александра Поздняк. Приготовится девятой паре Илья Прудиус, Черкассы, Андрей Тимко, Киев. Приготовиться к выходу на ринг девятой паре боксеров весовой категории до 52 килограмм. Илья Прудиус, Черкассы, Андрей Тимко, Киевская область. А в этом бою с разногласием судей победу одержал боксер красного угла Дагли Али. Смена судейской бригады. Судья в ринге, судья национальной категории Александр Николенко, Запорожская область. Боковые судьи Владимир Дзядзевич, Владислав Кашеев, Рамиль Сахабуддинов, Андрей Сытников, Роман Климчук. Судьям занят свои рабочие места. И в ринг вызывается девятая пара боксеров, красный угол. Илья Прудиус, город Черкассы. Синий угол, Андрей Тимко, Киевская область. Итак, в красном углу кандидат мастера спорта Илья Прудиус, Черкассы. Синий угол, боксер первого разряда Андрей Тимко, Киевская область.
Приготовится 10-й паре Дмитрий Николаев, Кривой Рог, Владислав Белинеть, Львовская область. В красном углу ринга отдыхает кандидат в мастера спорта Илья Прудиус. Он представляет город Черкассы, тренируется в школе Олимпийского резерва общества «Спартак». Ему 15 лет, боксом занимается 6, провел 80 боев, 72 одержал победу. Является победителем чемпионата Украины 2015 года в городе Одесса. Спортивная мечта – это участие в Олимпийских играх. Тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Андрея Мальонова и Вадима Воробьева.
А в этом поединке техническим нокаутом во втором раунде победу одержал Илья Прудиус, город Черкассы. Смена судейской бригады. Судья в ринге, судья национальной категории Руслан Соколов, Тернопольская область. Боковые судьи Павлова Селенчук, Борис Искра, Юрий Ляхов, Петр Мигуля, Валерий Приходько. Судьям занят свои рабочие места. В ринг приглашается 10-я пара боксеров. Красный угол — Дмитрий Николаев, Кировоград. Синий угол — Владислав Беленец, Львов. Весовая категория до 52 килограмм. В красном углу ринга отдыхает боксер первого разряда Дмитрий Николаев. Он представляет город Кировоград. Тренируется в ДЮ США номер один, общество «Динамо». Ему 14 лет. Боксом занимается 5. Учет боев не ведет. Является чемпионом Кировоградской области. Спортивная цель Дмитрия – стать чемпионом Украины. Тренируется под руководством Валентина Бондар. Приготовиться 11-й паре — Илья Власенко, Запорожье, Юрий Худенко, Львов.
красном углу ринга отдыхает кандидат в мастера спорта Владислав Белинец. Он представляет Львовскую область, город Стрий, общество «Спартак». Ему 15 лет, боксом занимается 4 года. Провел 50 поединков, 43 одержал победу. Является бронзовым призером чемпионата Украины 2015 года в городе Одесса. Спортивная цель Владислава – стать олимпийским чемпионом. Кроме бокса, увлекается баскетболом. Тренируется под руководством Юрия Кулик. Приготовиться к выходу на ринг 11-й паре боксеров Илья Власенко, Запорожье, Юрий Худенко, Львовская область. А в этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Владислав Белинец, Львовская область. Смена судейской бригады. Судья в ринге, судья национальной категории Валерий Приходько. Боковые судьи Владимир Дзядзевич, Владислав Кашеев, Равиль Сахабуддинов, Андрей Ситников.
Раз. В синем углу ринга отдыхает кандидат мастера спорта Юрий Худенко. Он представляет Львовскую область, тренируется в обществе «Колос». Ему 16 лет, боксом занимается 5, провел 57 поединков, 49 одержал победу. Является финалистом чемпионата Украины в городе Рівне. Мечтает стать чемпионом мира. Тренируется под руководством Домарецкого и Зинзелюка. Приготовиться к выходу на ринг 12-й паре боксеров Грофа Портаненко, Днепропетровск, Александр Платонов, Херсон. А в этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Юрий Худенко. Смена судейской бригады. Судья в ринге. Судья национальной категории Петр Мигуля. Донецкая область. Боковые судьи Павел Василинчук, Рамиль Сахабуддинов, Борис Искра, Александр Николенко, Руслан Соколов. И в ринг приглашается 12-я пара боксеров, красный угол.
Красный угол Грофа Портаненко, Днепропетровская область. Синий угол Александр Платонов. Итак, в красном углу находится Грофа Портаненко, Днепропетровская область. Синий угол, кандидат мастера спорта Александр Платонов, Херсон. В красном углу ринга отдыхает представитель города Днепропетровск Грофа Портаненко. Ему 14 лет. Боксом занимается 2 года. Провел 28 боев, в 20 одержал победу. Является чемпионом города Днепропетровск. Спортивная цель – участие в Олимпийских играх. Кроме бокса увлекается футболом. Тренируется под руководством тренеров Павлюк, Батраков, Безменко. Thank you.
синем углу ринга отдыхает кандидат в мастера спорта Александр Платонов. Он представляет город Херсон, общество Украина. Ему 14 лет, боксом занимается 2 года, учет боев не ведет. Является призером чемпионата Украины 2015 года. Спортивная цель – попасть на Олимпийские игры. Кроме бокса увлекается плаванием, тренируется под руководством Игоря Платонова. Приготовиться к выходу на ринг 13-й паре Владислав Дорохов, Донецкая область, Артур Рафаловский, Хмельницкая. Приготовиться к выходу на ринг 13-й паре боксеров Владислав Дорохов, Артур Рафаловский.